Я не мертвая царевна, я замурованная. Мертвая, блин, я ненавижу мертвых. Спартак, ты придурок, я только в роль жилась. Вообще-то я мертвая Валенсия, которую муж замуровал, потому что она ему изменила. Иди в жопу. Дохлая Валенсия, значит. Ой, можно подумать, что ты живой. Вон нож торчит в мозгах. Ой, извиняюсь, которых там вообще нет. Хоть нож у меня в голове и торчит, но я еще живой. Понятно, дохлая Валенсия? Короче, Спартак, поэт уже в роль вживаться. Я так и не поняла, кто ты, дохлый кабан или дохлый капитан? Я вообще-то раненый капитан. Короче, Анька, у тебя есть что-то похавать? О, ожил. Интересно, где? Под партой или в стенах, в которых я прожила 1000 лет? Короче, слышь, Анька, у Валентины Ивановны точно что-то есть похавать. Ага, знаю я у нее, что есть покушать. Как на прошлый Хэллоуин, у нее там червяки и опарыши, а может еще и пауки есть. Ага, значит червяки и опарыши. Может еще и сосиски? Ну может и есть, пошли посмотрим. Молодец, я молодец. Ладно, в этой ситуации ты точно молодец. Говорю же. Я дохлый капитан Роджер. И правда, что дохлый. Спартак, вот тебе, конечно, и костюм. Вот у меня самый лучший костюм. Зомби-футболист. Я дом кроссовок один потерял. А вот я школьница. Красивая, умная школьница, которая покончила жизнь самоубийством в школьном туалете, потому что не было туалетной бумаги. Чего вы смеетесь? Костюмы у вас плохие. А вот я, Валенсия, я 1000 лет была в стенах, не ела и не пила. Валенсия взяла у мамы пижаму, смазала ее кровью, там, краской, теперь ходит, выделывается. Чего, мне костюм нравится, прикольный такой. В смысле нравится? Ну, в прямом, Аньке идет, он очень сильный. А мой костюм? Ну, твой, конечно, чуть лучше. Ну, вот так. Но только после меня. Смейтесь, смейтесь. Вас там Валентина Ивановна ждет у себя. В смысле, а Валентина Ивановна уже здесь? Сейчас мы ее напугаем, давай. Что, кусались? Это что, Валентина Ивановна? Так ты что, какая Валентина Ивановна? Валентина Ивановна в 2 раза роста выше. Ну, а кто это тогда может быть? Я не знаю, может, охранника наняла. Я надеюсь, он нас бить не будет. А фиг его знает. Скажу точно, это не Валентина Ивановна. Эй, вы же не будете нас обижать, да? Все, все, я все поняла, я больше с вами разговаривать не буду. Что, усталость, усталость, дохлая царевна, а я тебя не боюсь. Все-все-все, я пошутил. Вы очень красивый и, наверное, умный. Короче, стрелять я вас больше не буду. Ну и кто еще из нас усался? Дохлый Роджер. Я не пойму, кто это. Да тише. Что у тебя за пуля в голове? А ты что за зеленые черепашки? Да все, понял, 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 сажусь. Все. Аня, это кто? Фиг его знает. На Валентину Ивановну что-то не сильно похоже. Ну это понятно.
интересно так подрал? Собаки подрали. Обычная одежда Леры. Чего? Мне нравится, крутой образ. Дима! Ну что, понравился мой наряд? А знаете кто я? Я несчастная дочь плохих родителей. Судя по всему, прибитая. А это что? Это мое оружие. Купил. Встань от меня. Заткнись, Лера. Да что, что? Это кто? Я не знаю. Устались и срались с моего крика. Да нет. Паш, смотри туда. Паша, закрой рот, не пищи. Ой. Тетя, я тебя не узнал. Давай. Паша, подожди, подожди, подожди. Не-не-не, мы ничего не все хорошо. Хорошо, что Паша додумал сейчас позвать его на свою маму. Ты слышишь? Ну его нафиг, сейчас Валюка пока придет. Может, давай мечом в него кину, может, он упадет. Ага, чтобы он еще сильнее разозлился. Ну ладно, это плохая. Все, Валюка, жди. Да, жди. Валька, Валька! Да что, господи, да поняла я, что ты крика изображаешь. Ребята, какие вы молодцы! Какие костюмы! Ну, секунду. Боже, это капитан Воробей. Нет, Роджер. Роджер. А ты? Я девочка Катя, мне родители. Вышли за то, что я игрушку украла. Хорошо себе все. Да, Паша, я все поняла. Какой костюм! Ты, наверное, мертвая принцесса. Нет, я мертвая королева, потому что замуровался в твой муж за измену. Валерий, что ты такое придумал? Я демон с подземелья. Я тебя вообще не узнала. Это ужас! Да что такое?